Ангелина? А вы что здесь делаете? Узнала про Лёшеньку. Решила навестить. Бедный мальчик. Пусть поправляется скорее. Это ты. Ты порчу навела. Думала, уж не догадаешься. Зачем? Я сестра Ольги. И много лет во сне ее дух мне являлся и твердил, что хочет отомстить твоему мужу. Но я ей ничем помочь не могла. И вообще Виктор не знал, пока он за мной. Неужели Виктор тебя не узнал? Нет. Да это и понятно. 20 лет прошло. Когда они встречались, мне 16 было. И что потом? Узнала наш адрес и сделала подклад? Да. И тогда через порчу дух Ольги смог обрести силу, чтобы отомстить Виктору. Это из-за него она лишилась жизни и ребенка. Он за все должен заплатить. Теперь понятно, зачем ты мне помогала. Хотела, чтобы Лёшенька скорее оказался в квартире, чтобы дух Ольги смог до него добраться. И у меня получилось. Ненавижу.